Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать свой заказ интернет-магазина Василек. Очень мы его любим, очень нам нравится. В общем, все по делу снова заказала, так что сейчас покажу. И котик мне мой поможет. Ну что, я тут все распаковала уже посылку. И сейчас давайте начнем с моих мужчин. Во-первых, младшему сынульке я заказала вот такой вот, костюмчик, да, очень, кстати, мне нравится. Во-первых, цвет нравится, во-вторых, качество тоже. Это все, видите, вот такой хлопок, ну, как трикотаж такой, да, я бы даже сказала. Значит, идет вот такая футболочка, которая сзади, ну, такая удлиненная, вот, видите, она сделана. Вот, правда, мне кажется, немножко большевато будет моему младшему сынульке, но к лету, может быть, будет уже и хорошо. И вот такие вот идут шортики с кармашками, тоже такая ткань, типа наподобие трикотажа такая очень, но при этом она такая тоненькая, шовчики все ровненькие, очень мне понравился, вот это, мне кажется, моему маленькому будет вообще супер, такая футболочка, не знаю, мне кажется, даже нарядненькая, она вот, камера передает ее цвет, она такая слегка желтоватая, что ли, ну классная такая, классный костюмчик, летом бегать вообще будет супер, вот, ну плюс, может быть, если подсядет немножко, то будет вообще супер тогда. И мне нравится, что она длинненькая такая, не короткая. Потому что короткие обычно пузо все видно, потому что у меня дети носят вот эту резинку, они носят на под животом, в общем. Поэтому, да, вот такие. Вот такой. Очень мне понравился такой симпатичненький вообще. Так, и здесь я заказала шорты. Только я что-то не помню, кому какие я заказала. Вот это, наверное, мужу 54 размер. Он меня любит посвободней. Плюс немножечко маломерка. Они немножко... Просто они обычные хлопковые. Вот такие здесь идет вот такой рисунок. Ну, тоже шортов у мужчин много не бывает, как у девочек платьев. И вот это вот, наверное, племешу я брала. Ну, какие-то, да, вроде бы я ему брала. Вот такие 48 размер. Да, это племешу. Летом дома вообще супер. Они такие, ну, как бы обычные хлопковые, с кармашком. Вообще они оба темно-синие. Вот такие, да. Вот эти чуть потемнее, вот эти посветлее немножко. Вот, ну, классные. На резиночке обычные шорты. Самое оно пойдет. Еще маме я взяла вот такой халатик. Единственное, это махровый халат. Единственное, что я думала, что вот эта махрушечка будет побольше. Но это даже и хорошо, что она такая. Значит, идет вот такой коротенький рукавчик. Здесь бабочки нарисованы. Здесь тоже идут кармашки. Вот такие. И я маме взяла 58 размер. И я думаю, что это 58 размер. То есть не маломерка. Ну, я потом вам подпишу, маломерит или нет. Хотя мама у меня сейчас уехала к сестре. И я не знаю, подойдет ей или нет. Но, в общем, приедет, померит. Ну, я прям даже вижу вот мамину одежду. Я же знаю, что это ей как раз подойдет. Ну, у меня мама где-то 56-58 носит размер из-за объемов груди, и как раз ей будет отлично. То есть, видите, и с этой стороны это тут такой хлопок идет. Ну, как не хлопок, а трикотаж, да? Написано, что это хлопок, 58 размер, на молнии. И с этой стороны вот такая вот, видите, маленькая махрушечка. Вот. Так что, ну, мне кажется, светленький, вообще симпатично. Вот. Достаточно длинный он получается. И внизу вот так вот. Вот. Ну, очень, мне кажется, симпатичный халатик. Маме будет отлично. Себе я заказала вот такое платье. На самом деле, вживую оно менее приглушенное. То есть, не такое яркое, как вы сейчас видите на камере. Очень мне понравилось, как это платье смотрится на модели. Такое спортивное. Я захотела его себе. Значит, здесь написано хлопок, но я бы так не сказала. Размер 44. И вы знаете, я, конечно, его сейчас померю, покажу вам, как смотрится на мне, но мне кажется, это маломерка, потому что, ну, вот я смотрю, что мне кажется, это реально 42 размер. Значит, идет здесь вот такой капюшон. На капюшоне вот такая штучка. Я не знаю, мне кажется, я ее оторву. И вот здесь вот тоже вот такая бабочка. Я не знаю, оторву я или нет. Сейчас померю, посмотрю. Вот. Но она просто вот здесь вот, видите, пришита. То есть можно спокойно отпороть. Идут, значит, рукавчики вот такие. И
А сзади на спине идет молния, которая расстегивается аж до самого конца. И здесь сделано, получается, у нас вот такой шов. И молния просто прострочена. Ну, вот тут, видите, немножко торчат нитки. Но ничего. Вот. В общем, сейчас померю, покажу. Но мне очень понравилось, как она смотрится на модели. Мне показалось, что очень-очень прикольно. В общем, сейчас посмотрим. Вот это синее платье. На самом деле, оно на камеру выглядит прям такое ярко-синее. Но оно не такое ярко-синее, в общем. Смотрите, какой у него классный капюшон. Мне так понравился вообще, смотрите. Единственное, что вот эти штуки, я не понимаю, зачем они. То есть их же не видно вот здесь. Вот видно только та, которая на капюшоне. Вот видите, ее как бы видно сзади. Болтается. Но я, наверное, их отпарю. Боюсь, что ее как брелок на ключи. Смотрите, какая классная. И если снять, то все это дело выглядит вот так. Вот, ну и сзади молния, вот эта молния пусть остается, мне все равно. Но вот это да, мне не нравится вот эта штучка, я ее просто аккуратненько отрежу. А так платье классное, с кроссовками, мне кажется, вообще супер будет смотреться. Вот. Вот так вот. Кися моя мне помогает. Еще себе я взяла вот такой вот халатик, тоже в размере 44, хлопок. Вот теперь я соглашусь, что это хлопочек. Значит, такой в горошек, без рукавов. Это вот ходить дома. Очень мне нравится, девочки. Тут тоже с запахом вот так вот. Такой хлопковый, идут рюшечки. Сейчас тоже померю, вставлю, вам покажу, как оно смотрится на мне. Но качество вот этого халатика очень мне нравится. Вообще халатики классные у Василька. Мне очень нравится, я все с огромным удовольствием ношу. Вот. Ну а здесь повелась на то, что это горошек, на то, что здесь есть трюшечки. И вот этот халатик в горошек. Слушайте, мне вообще он так понравился, такой классный. Единственное, что вот эти рюшечки надо отпарить, чтобы красиво сидели. Я завязала вот здесь сбоку. Он, получается, на запах. Вот так вот идет. И я завязала сбоку. Можно, мне кажется, как-то и сзади завязать. Это у меня 44 размер. В принципе, мне нормально. Но с учетом запаха. Здесь надо тоже отгладить вот это все. Видите, оно тут немножко топорщится. Вот. Вот так вот. Вот. А если отгладить, то вообще супер. Смотрите, как классно. Слушайте, мне нравится. Я буду... Ну-ка, оно реально как платьице выглядит. Такой это халатик. Очень красиво, мне нравится. Горошек так миленько, мне кажется, мне идет. И еще я заказала снова вот эту простынь на резинке. Очень она мне понравилась. 2×2×20. 20 это высота вот этих полочек. Подошла под нашу кровать идеально. Вот у меня предыдущая. Я извиняюсь, она такая... мятая, ну, в общем, достала вам ее показать. Значит, просто трикотажная на резинке. Смотрите, она реально трикотажная, очень мягкая, катышками не пошла, и очень приятно на ней спать. Вот она у меня тут как раз была постирана, высохла. Сейчас ее уберу, это тоже постираю. Но очень классная, поэтому я заказала вторую такую. Также я взяла комплект постельного белья, но это я набирала по отдельности все. То есть отдельно взяла простынь, отдельно взяла наволочки. Наволочки у меня, по-моему, 50 на 70 я брала. И пододеяльник вот такой. Значит, это я взяла моему свекру. Полутораспальный пододеяльник, вот его размер. И да, у меня 50 на 70 вот эти наволочки. Мне кажется, такая мужская расцветочка, очень симпатичная. Сейчас я его раскрою, разложу, покажу, как смотрится. Так, вот я разложила постельное белье. Мне на самом деле расцветка очень сильно нравится, и я знаю, что она понравится моему свекру. Я просто беру большую, ну, потому что у него там, в общем, такая кровать, грубо говоря. Значит, это у меня поплин, как вы уже видели. Мне очень сильно нравится качество постельного белья. Не выцветает, ничего с ним не происходит, цена недорогая. Просто вообще, на мой взгляд, все супер. Значит, получается, я здесь взяла две наволочки 50 на 70, вот такие. Две. Простынь вот такой расцветки у нас. И пододеяльник идет двухсторонний. С одной стороны вот такой светленький, с другой стороны вот такой зелененький. Мне кажется, вообще...
Очень-очень симпатично, мне понравилось. Вообще, вот поплин, не знаю, он такой даже мягкий, при этом плотный. Очень люблю. Не знаю, сатин еще многие рекомендовали, но сатин, я знаю, он, по-моему, быстро мнется. А вот поплин, мне кажется, ну, я не знаю, я с сатином сравнивать уж не буду, но для меня поплин это самое вот классное постельное белье, очень мне нравится. Ну и расцветка, на мой взгляд, такая, посмотрите, ну прям для мужчины, мне кажется, очень симпатично, да? Плюс еще такой пододеяльник, прям, ну прям красота. Так что вот такой вот у меня был заказик. Девочки, как мне нравится этот горох. Я вообще больше всего люблю, на самом деле, в одежде полоску. Но вот этот горох, ну это ж, мне кажется, мне даже так идет. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Нет, на самом деле, мне кажется, вообще симпатично. И мне еще нравится, что с этой стороны, то есть, ну, проглядывает вот такое светленькое. Мне это нравится, не знаю. Не знаю, как вам. Но он мне немножечко, да, вот здесь вот широковат. То есть, если бы я взяла 42 размер, правда, 42 размера, по-моему, не было, поэтому я взяла 44, то вот здесь бы сидела у меня плотнее. Но я подумала, что на запах, тем более это халатик для дома, будет отлично из 44 размера. Так что вот так вот. Вот. Ну и постельное белье я сейчас его сложу, отдам свекру. Так мне все заказы, все практически, ну, все вещи, я не знаю, очень сильно нравятся. Цена бюджетная, и, конечно, ждать от бюджетной цены, что там в составе будет, я не знаю, шелк и все в этом духе, конечно, не стоит, но за свою стоимость, я бы даже сказала, вот что, например, касается постельного белья, то я бы сказала, что это очень дешево, очень дешево. Вот, так что вот так вот. Все цены я вам пропишу в комментариях. Ссылочки оставлю вам в инфобоксе, чтобы вы могли перейти и посмотреть. Я думаю, что вам тоже понравится. Слушайте, ну как мне нравится халат. Вообще мне в последнее время что-то халатики очень понравились на Васильке. Очень они мне прям. И махровый тот, помните, в предыдущем заказе, который я заказывала, я его вообще ношу не снимая. Просто, может, когда постоянно в нем хожу. Нет, ну, днем я не хожу в халатах. Я обычно хожу в халатиках там с утра или вечером. А вот в этом я буду его как платье. Но мне кажется, реально это платье на запах. Это не халат. Мне очень нравится. Симпатичненько. Вот, и летом будет тоже симпатично смотреться. В общем, на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч!